Открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва по дзюдо, самбо и сумо в Заречном собрало более 100 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. Вместе с зареченцами за победу боролись ребята из Чемодановки и поселка Лесной. Прошедший 15 ноября турнир посвящался Всемирному дню борьбы с курением и дню рождения самбо. Это традиционные соревнования, и с каждым годом в них все больше участников. Вот, допустим, проводили в прошлый раз соревнования, около 80, в этот раз чуть побольше. Ну как оцениваешь подготовку нашей школы «Самбо Русь»? Ну, как всегда, ребята хорошо выступают, получают опыт соревновательный. Для этого, собственно, и проводим соревнования. Для братьев Лебедевых этот турнир не первый. Они занимаются самбо 6 лет и уже успели выступить на соревнованиях разного уровня. Ребята признаются, что для них самбо – это лучший вид спорта. В самбо не используется оружие, не используется ничего. Просто самбо – это голый вид спорта. Там можно просто делать броски и защищаться. А чем тебе нравится этот вид спорта? Тем, что там тут все мышцы развиваются. Открытое первенство принесло зареченским спортсменам 11 золотых медалей. Теперь юные самбисты готовятся к следующим соревнованиям. Впереди ребят ждет турнир на призы Деда Мороза. Дмитрий Болясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».